Всем привет! Задумывались ли вы, почему развертывание ваших приложений на сервере или в облаке – это один из ключевых моментов разработки? Знаете ли вы, как автоматизация этого процесса может помочь сэкономить трудозатраты и в конечном итоге освободить ваше время? А может быть, вы все еще заливаете код на продакшн по FTP в пятницу вечером? Бррр, шутки шутками, а ведь кто-то в 2020 году еще так делает. Мы разрабатываем курс CI/CD, который ответит на эти и другие ваши вопросы. Если вы впервые слышите это сокращение, его можно расшифровать как непрерывная интеграция и развертывание. Это как бы конвейер, по которому будет двигаться код вашего приложения, проходя путь от набора файлов до реальной работы в продакшн. Мы хотим, чтобы не только опытные DevOps-инженеры знали об этом уже показавшем свою продуктивность подходе. Мы хотим, чтобы с ним могли познакомиться и разработчики, и системные администраторы, и инженеры-инфраструктурщики. Вы, начиная с самого простого пайплайна, сможете дойти до сложных вариантов CI/CD. Включая откат на предыдущую версию по нажатию одной кнопки. Еще вы познакомитесь с некоторыми проверенными практикой решениями, в том числе научитесь интеграции с Kubernetes. Не забудем мы и о безопасности. А также расскажем, что на самом деле скрывается за модным словом GitOps. Обучение будет проходить в формате видеокурса, то есть записанных лекций и заданий, теоретических и практических. Стенды мы вам предоставим. Рассказывать вам о построении пайплайнов на примере GitLab CI будем мы, а конкретнее Тимофей Ларкин, старший системный инженер Тинькофф, ранее работал в X5 Retail Group и занимался там построением платформы разработки, а еще он выступал в DevOpsConf. И я. Меня зовут Александр Швалов, я инженер компании SourceBridge с 7-летним опытом работы с Linux серверами, а также я являюсь сертифицированным администратором Kubernetes. Мы планируем выпустить курс в свет уже в декабре этого года, поэтому следите за анонсами и переходите по ссылке в описании, чтобы подробнее узнать о программе курса и сделать предзаказ. До встречи!